ребята. Всем привет. Доброго, ребята, добрейшего утречка. 16 декабря, 8:00, ребята. Припылил, как обычно, на работу. Соответственно, все мы, ребята, работаем. Все мы стараемся заработать денежку, копеечку, чтобы жить, существовать, чтобы кушать, растить детей своих и так далее и тому подобное, ребята. Ну, в нашей ситуации сейчас деньги решают очень много. Не все, конечно, решают бабки, ребята, но без денег тоже туговато. И, соответственно, чтобы как-то двигаться и планировать, они нужны, ребята. Совсем недавно припылю с рыбалки, был Гена у Коми Рыбака, ребята, недельная рыбалка. Ну, не особо, конечно, у нас все получилось, как мы планировали, но что-то мы, ребята, порыбачили, что-то мы поделали, что-то мы поездили, да, и немного погода не позволила, плюс там у Геннадия были свои проблемы телодвижения. Ну и, в общем, как приехал, уже запланировано, так уже и недельку пожил, в общем, ну, отдохнул, ребята, просто от души. Отдохнул, расслабился, разгрузился, все у меня, ребята, перемозговалось, и до поездки туда, ребята, была сделана заявочка в банк, приобретена кое-какая сумма, ребята, и, в общем, связана была телефонная раздача с Ярославлем, и, ребят, заказал я новую мотособаку. Многие знают то, что утопился, провалился, лежит до сих пор на дне, ребята. Ну, в общем, сегодня, ребят, 16 декабря, заявляю официально, еду забирать, ребята, новую технику. Не знаю, я, наверное, думаю, буду, что это будет изюмина, ребят, на канале, так как собака просто реально, я еще прям сам не знаю, но она будет прям шикарная. Почему не снегоход, ребята, почему мотособака и это Тафалар, ребята, это тоже Тафалар 600-й с доп функциями, какие есть возможности, ребята, просто спасибо Жене, производителю вот этой техники, мы с ним согласовались и, в общем, сделал он все по моим заявкам, по моим нуждам, как мне нужно было. Так как уже не первый год, ребята, я ездил, ходил на технике. И понимаю, что, допустим, нужно здесь для меня, для моей рыбалки, что не нужно. Ну и, в общем, ребята, все, она пришла. Вчера звонит транспортная компания. Андрей Викторович, ваша посылочка, так скажем, в 300 килограмм в Сыктывкаре. Приезжайте, забирайте. Все, вчера сразу на телефончик упал, нашел машинку. Нашли прицеп, и сегодня, ребята, где-то ближе к обеду выезжаю за техникой. Настроение прям такое боевое, знаете, ребята. Ну, самому охота посмотреть, что получилось, так как вот эта моделька будет, наверное, в одном виде. Соответственно, Тафалар 600 они будут на рынке, точнее, они есть уже на рынке. Но именно с этими док-функциями, то, что вот будет стоять у меня, ребята, это будет, наверное, только у меня. Ну и у Майкла Джексона, как говорится, но за Майкла не будем ничего говорить плохого. А, ну, в общем, я думаю, ребята, что техника будет в таких, ну, не знаю, единственных экземплярах. Ну и как бы посмотрим, как она, ребята, себя покажет вот именно вот в этом исполнении. Пока ничего не буду загадывать, в дальнейшем, ребята, это, конечно, будут обзоры, будем показывать, снимать и так далее и тому подобное. В общем, ребята, спасибо вам, хочу сказать огромное, то что и поддержали меня морально. В первую очередь сразу пошли комментарии после видео, как утонул, ребята начали звонить, писать в WhatsApp, в контактах Андрюха, предлагать свою помощь по экспедиции, когда будем ехать забирать, поднимать технику. Ребята пишут и звонят: Андрюха, если нужна помощь, звони, я приеду, будем помогать, будем все делать. Я, конечно, в шоке, ребята, ваша поддержка просто вот меня, ребята, в первую очередь она поддержала, и как бы семья моя отнеслась к этой не трагедии, скажем, да, ну, в общем, неприятности вот этой с понимающей. Алена Сергеевна по своей категории, так как, ну, без кредитов, ребята, давайте будем на чистоту, ничего не получается приобретать, правильно, и, допустим, вот кредит приобретен, пошла именно моя мама, так как она пенсионер, и у нее кредитной истории все в порядке.
взяла на себя. Ну, естественно, платить, конечно, буду я. Ну, мама быстро сразу все среагировала, пошли, сделали заявочку. То бишь, ребята, я просто говорю о том, то, что писак стало очень много. И там пишут, там опять сейчас будет там ныть, там донатить, ребята. Я говорю, в целом, мне с вами детей не крестите, понимаете. И сейчас на поле зрения канала очень много. Не хочу каждого обижать и каждого затрагивать, конечно. Но есть такие, я не знаю, не хейтеры, да. Ну, как бы в целом просто до такой степени гнилые люди, наверное. То, что вот прям, ну я знаю, что им прям по кайфу, да, то, что произошло прям. Ну, в общем, ничего не будем говорить там. Просто, ребята, я с вами общаться не хочу. На Ютубе, на платформе очень много всяких каналов, которые смотрите, пожалуйста. Там и... А так, в целом, я базарить не буду долго, ребят. Я заблокировал, и все. И мне проще, мне проще. Что там кому-то доказывать, что-то мне там доказывать. За себя я знаю, ребята. И в целом, кто со мной, кто поддерживает меня, в общем, и смотрит, тот знает историю и знает всю подноготную. Что да как и почему. Так что, ребят, спасибо, хочу сказать огромное. Спасибо за моральную поддержку, за финансовую. Я знаю, что я не делал никаких донатов, там, не просил, в общем. Ну, в целом, люди просто от души, не сказать, конечно, что там их много, но, в общем, люди от души просто отправляли там маленькую копеечку. Андрюха, так чисто тебе на поддержку, все равно будешь что-то думать, приобретать. Спасибо, ребята, огромное, спасибо вообще то, что поддержали в первую очередь. И, в общем, ребята, все. Восстановились, рвать и метать. Держите меня семеро, ребята. Мы начинаем новую историю, новую эпопею. И новая техника, ребята. Новая техника на канале. Я думаю, новые возможности, новые путешествия. Ну, уже с башкой, уже будем думать, ребята. Они, как говорится, на бомб, на авось. Ну, не на авось, конечно. Но на тот момент я был уверен, ребята, я был уверен, но хотя чувство мне здесь говорило, тормози. Ну, теперь, ребята, немножко будем посерьезнее, да, потому что, ну, постоянные часто рыбалки переносят тому, пишут: Андрюха, почему ты это забыл, почему ты тут так лабутно относишься, почему ты тут пролетел. Ребят, потому что очень много рыбалок, очень много рыбалок. Соответственно, если бы я ездил раз в неделю, да, как многие из нас, работающие на тетю с дядей или так далее, в субботу, в воскресенье, выходной выезжает, и он за неделю планирует, он собирается, он старается ничего не забыть. Но когда, ребята, есть возможность выехать через день на рыбалку, то тогда вот здесь откладывается, и ты быстро все это хапается, и ты просто летишь, делаешь. Я думаю, немножко с вами пообщался, ребят, немножко там смуту развеял, там, скажем. С наступающим, ребята, с Новым годом. Жду Женька. Забираем прицеп и пылим в город Сыктывкар, ребята, будем забирать технику. Ну, а в дальнейшем, поглядим, братцы. Давайте, ваше здоровье, хочу поднять вот эту кружку кофе. За то, что у меня есть, за то, что целая семья большая со мной, и не безразличные люди на канале, которые поддерживают, вот именно понимающие. Вот это в первую очередь. Все, ребята, мы начинаем. Thank you.
Так, ребят, ну все, что оплатил. Будем забирать звоночек. Будем забирать. Я думаю, будем грузить карм, ребята. Сразу. Сейчас посмотрим, в каком состоянии. В общем. Будем посмотреть, как говорится. Да, в общем, ребят, так и подумал, что карам будем грузить. Пришел в коробке, наверное, завернутый полностью. Сейчас будем смотреть. Женька паркует прицеп. Наверное, карам и засунем целиком. Вот так вот, ребята. 9 косарей заплатил за транспортную, чтобы стояла на улице, да. Нормально. Залазит у нас поддоном по ширине прицеп. Он в прошлый раз по-другому было, но это и мощнее, и больше намного. Короче, сейчас будем разбирать, думать как-то его сюда. Все нормально. А? Колеса нормально. А, колеса нормально. Все, ребята, загрузили. Пришлось разобрать вручную, закатить. Нормально. Темнеет уже, надо уезжать. Поехали. Ух, как все интересно, ребята. Все как интересно. Но это все завтра. Во-первых, сил нету уже, устал с дороги. Так вроде посматриваю, все на месте. Ну, в принципе, поселок никто ничего не тронет. Пока останем вот так. Пускай стоит, а завтра будем собирать. Будем разбираться, ребята, что к чему. Заводить и так далее. Вот так маломайски разгрузился. Надо ехать прицеп подавать. Прицеп тоже брал. Саныч, спасибо за прицеп. Ну и Женьке тоже надо домой уже ехать. Женька благодарить. Уже вечер, ребята, поздний. Все, на завтра оставляю. Все, до завтра. Ребята, доброе утро. Вчера, как вы поняли, привез буксировщик, выгрузил, ребят. Ну, так все быстро-быстро, потому что, ну, во-первых, не своя машина, не свой прицеп. Времени уже было поздно. Выгрузили, так, накрыл его санями. Ну, вроде присмотрел, все в порядке, все на месте, потому что много деталей, много чего новенького там, ребята. Сам прям в предвкушении. Сейчас порешаю вопрос и еду в деревню собирать, ребята. Но, вернемся, ребята, 2 недели позже. Вернемся к розыгрышу.
задержался, ребят, конкурс. Ну, в общем, даже причем не зря он задержался. Разыгрывал вот этот нож якутский. В общем, ребята, давайте разберемся, что к чему. Немножко сейчас обосную, как все происходило. Я был в шоке, ребята, был в шоке. Потому что участвовал более 2000 комментариев. И вес никто не угадал, ребят. Вес никто не угадал. Вес просто какой-то, он, блин, засекреченный такой. Прям, ну, непонятный. Ходили вокруг да около 5 грамм, 3 грамма, ребята. В общем, все это тяжело. Я больше такие конкурсы точно не буду делать. Я имею в виду вот таким образом, чтобы я вручную это просматривал. Ну, конкурсы будут, это в любом случае, только будем уже делать автоматически, и будет компьютер выбирать победителя, а не вот так. Потому что, ну, и для вас это тяжело, наверное, для меня это неприятно, очень тяжело обрабатывалось. Я был на Печоре, супруга контролировала, заставлял ее просматривать. В общем, давайте, ребят, посмотрим, что получилось, ну и так далее, и тому подобное. Погнали. В общем, ребята, заходим на канал. Получается 14 тысяч просмотров. 2 недели назад, ребята, опубликовал видео, но хотел через недельку. Но опять же, там утонул и поехал гений. В общем, заходим на видео. 2,1 тысяча лайков. 2089 комментариев, ребят, участвовали. Я специально не особо писал комментарии, просто делал отметку «нравится». Ну и, в общем, 2089, ребят, участников. Плюс в закрепленном комментарии ребята писали. Тут тоже все просматривал. Писали в сообщество, хотя в видео говорил, что писать именно под этим видео. Писали и ВКонтакте, и в Инстаграме. Ну, в общем, и ВКонтакте, и в Инстаграме никого не было с правильным ответом. Ну и слава богу. Но все равно говорил, что писать надо именно здесь, ребята. В общем, тяжело, ребята, 2089 у вас было участников, это просто даже вот так, ребята, перебрать все, спуститься вниз, просто нереально тяжело. Ну, то бишь, нажимаем упорядочить, начало новое, и вот таким образом с самого конца, ребята, я поднимался и искал вас, кто всех ближе, потому что вот ответа, ребята, ровного нету. Давайте поставлю сейчас... Поставлю видео, где мы заверяли вес и какой получается точный вес. Пережил я всех окуней в пакет. И плюс туда еще отправляется щука. Раз. Ну и в общем, ребята, надо будет угадать общий вес. Делаю по нулям. Не получается, руки замерзли. Все вроде, да? Так, делал по нулям килограммы и угадываем, ребята. Вот он, зафиксированный вес 4 килограмма 665 грамм. Вот этот вес рыбы, ребят, будем угадывать. 4 килограмма 665. Ровно по весам. В общем, ребята, 4 килограмма 665 грамм вот этого веса. Ну, сказать, что, ребята, 70% ходили рядом. 5 килограмм 4,5, 4,600. Обидно тем, кто комментарий в 10 писал 4,670. То бишь на 5 грамм, ребята, меньше. 4,670. Ну, понятно. 4,605, 4,670. 4,600, 4,650. То бишь 5 грамм, ребята, 5 грамм. Но 4,665, ребята, никто не написал этот вес. Сейчас, кто участвовал, пересмотрите свой вес, ребята. Я не должен быть ошибиться. Я смотрел, я просматривал 2 раза. Я уделял по полдня этому, ну, время этому розыгрышу. И говорю еще раз то, что... такие конкурсы уже, наверное, тяжело, потому что людей много. И прям реально тяжело.
Мы с супругой смотрели. Я когда уезжал, супруга просматривала. Я говорю, посмотри еще раз. 4,665, ребята, никто не угадал вес. Но буквально недавно, ребят, буквально недавно, так как, ну, не тормознул же я еще правильно по конкурсу. А люди, в принципе, уже думают, что 2 недели прошло и уже писать не будем, так как, наверное, уже все, уже там есть победитель. Совсем недавно, ребят, я вот захожу, обналичиваю, думаю, завтра, послезавтра уже делаем итоги конкурса, ребята, и посылаю я вот этот нож. Все, мы обозначиваемся, ребята. И нахожу человека с совсем недавним комментарием, может, 3-4 дня назад он написал: ошибка на 1 грамм. Всего лишь, ребята, на 1 грамм. Есть на 5 грамм, их много. Опять же, это самый первый бы, кто написал, он бы был победитель. Есть вроде на 3 грамма. Я думал, все, нахожу этот комментарий, и в любом случае, потому что, ну, 3 грамма, не 5, все-таки. Я просматривал, ребята, честно, клянусь, следил капитально. Но, опять же, совсем недавно написал, и как бы он, в принципе, на самом верху, потому что ребята там внизу уже первые начали писать, но опять же у него на 1 грамм, ребята, вес угадан, то бишь, я думаю, этот победитель, ну он. Если, ребят, я не прав, если есть, конечно, победитель, вы мне скриншот сделайте, отправьте, но, ребят, я смотрел точно и проверял 2-3 раза, и супруга у меня смотрела, победителя не было. А вот этот человек написал, и получается... На всего лишь на 1 грамм. Давайте посмотрим. Заходим, ребята, в комментарии. Нажимаем «Упорядочить» и нажимаем сначала «Новые». А то бишь комментарии обнулируются. И вот погнали. Вот один день назад еще писали Рустам. В общем, ребята, ищем первоклашки. Совсем недавно. Совсем недавно. Будем смотреть. Совсем недавно. Ну вот 5 грамм, ну 12 килограмм, 150 грамм, это, конечно, уже перебор. Писали и 21 килограмм, представляете, ребята. 3 килограмма, 407 килограмм, вот последний. 4,365, 4,820, это вот совсем недавно. Так, сейчас, ребята, надо будет найти мне этот вес. Может, я уже пропустил его? Сейчас я его найду, ребята. А совсем недавно, как недавно, недавно я его нашел, получается, а написал-то человек, получается, может и давно, потому что я же был в неделю на рыбалке у Гены. Вот он, ребята, нашел я. 9 дней назад все-таки. Ну, в принципе, 9 назад, 14 минус 9, ну, в принципе, нормально. В конце, да, потому что, ну, я имею в виду то, что вот начало комментариев, вот, и получается, понятно, что не так часто стали писать, но все же есть победитель. 4 килограмма 666, ребят, 3 шестерка, у меня 665, получается, человек написал на 1 грамм больше. Заходим на канал. Канал называется «Первоклашки», не знаю, вообще есть какие-то видео с играми, не знаю, молодой парень или что это. Заходим в каналы. Как я бежал, ну, объяснялся, человек должен был подписан на меня. Ищем свой канал. Так, ну вижу, тут как бы есть каналы, которые... Вот, ребята, вот мой канал. Человек как бы все соблюдает, подписан на меня. Ну, видно, что тут человек занимается рыбалкой. Много каналов, которые я даже знаю. Первоклашки, канал называется, не знаю, что за парень, но, в общем, он угадал вес точный. В общем, ребят, не обессудьте, кто был рядом, реально были очень много людей рядом, ну, много людей были вообще далеко, конечно, за. Многие писали там такие веса, то, что прям, ну, это нереально, это даже, если ты должен понимать, что я уже показывал, сколько весит окунь один, сколько весит средний окунь, примерно хотя бы там сумму сыграть. Ну, много было рядом, 4 килограмма с половиной, ребят, писали вот так кучу. Не обессудьте, ребят, это, ну, такая рулетка, получается, здесь реально было тяжело. Ну, правильный вес, ребята, все же никто не написал. И первоклашки, не знаю, как зовут, парень молодой, не молодой, чем занимается. В общем, найди меня в соцсетях, ссылочку оставляю в описании, ВКонтакте, в Инстаграме, в ТикТоке, везде можешь мне написать.
Мы с тобой спишемся, я тебе ближайшим временем отправляю вот этот нож Якута. Хороший подарок к Новому году. Не знаю, рыбак ты или охотник, но в общем пригодится, не пригодится. В общем, дело твое, это уже мои, это уже твои проблемы, как говорится. Найди меня, спишемся, отправляй адрес, я тебе высылаю его первым же временем. Постараемся к Новому году, чтобы он уже был у тебя. Вот такой, ребят, конкурс. Не обессудьте, но так бывает. Так бывает, что кому-то везет, кому-то не везет. И кто-то прям хочет он сильно. Ну, тяжелый конкурс, ребята. Конкурсы еще будут крутые конкурсы, ребята, я вам обещаю. Но будем уже делать по-другому, потому что реально это тяжело. Сделаем автоматический робот, выберет сам человека, который, допустим, даже, может быть, и не хотел там прям сильно. Ну, в общем, как-то так. Спасибо, ребята, за участие. 2000 с лишним комментариев, плюс еще в различных соцсетях писали. Ну, прям бойко-бойко, ребята, дали. Это очень тяжело было для меня обработать эти 2000 комментариев. Писали еще, получается, веса. Допустим, человек пишет вес, и ему же пишет человек, и пишет под ним же вес, получается. Мне тоже было тяжело просматривать этого человека вес, и он еще пишет тому весу, получается, вес. Кто-то писал прописи просто 5 кг, допустим, ну, без всяких граммов там. Ну, вот, в общем, ребят, как-то так. Ну все, всех с наступающим, ребята. Я собираюсь в деревню, еду собирать мотособаку, готовиться, ребята, к сезону. Сезон у нас продолжается, поедем в ближайшее время, ребята, на озеро, будем делать майну, будем делать дорогу, пробивать туда, доставать в первую же очередь Тофика, бедолагу моего, будем его ремонтировать, чинить. Все будет круто, ребята, и в общем, в дальнейшем все нормально. Ну а пока собираю технику и, ребята, начинаем телодвижение. Все. Пока. С наступающими праздниками, братцы. На связи.